Улица новая, новое покрытие. Очередная полезная работа выполнена после обращения на портал «Добродел» в Сходне. Сотрудники Химдора оперативно отреагировали на просьбу жителей и положили на участке с оживленным движением свежий асфальт. Автолюбители оценили покрытие на 5. Но пешеходы волнуются, не будет ли скапливаться вода, и просят сделать сток. Я считаю, что дорога нормальная, но вот здесь постоянно лужа и слив нету, чтобы куда-то вода уходила. Если идешь по тротуару, то машина обливают, когда сильный дождь или весна. В подрядной организации заверили, беспокойство напрасны. Все работы сделают на совесть, и воды на дороге не будет. Новое асфальтовое покрытие положили и во дворе дома номер 7 по улице Советской в микрорайоне Подрезково. К 31 июля здесь завершат комплексное благоустройство. В рамках программы «Удобная парковка», которая действует в городском округе с апреля этого года, во дворах появятся дополнительные парковки. В настоящее время здесь проводятся подготовительные работы. Для укладки асфальта, значит, делаются дополнительные тротуары, а также планируются места для парковки автомобилей. Увеличение парковочных мест планируется на 40 единиц. В Подрезково активно идет ремонт дорог в частном секторе. До конца июля здесь благоустроят 16 улиц микрорайона.